Я, как этот листок, мыслю вечность шагнуть, чтоб в тепле моих строк путник мог отдохнуть и уставшей душой обрести в них покой. Раиса Криницкая живет в нашем городе с 2000 года. Дети, внуки выросли, освободив маме и бабушке время для стихов, цветов и флористики. Мой дед умел крутить цигарки. И в банке из-под леденцов, как драгоценные подарки, хранил свою махорку он. Усы закручивал он лихо, глаза с прищуром, с юморком. Под нос мурлыкал песню тихо, ходил по дому босиком. А вечером на сон грядущий сестрой нас благословлял и голосом родным поющим стихи по памяти читал. Писать стихи начала с детства. Печаталась поначалу в школьных стенгазетах. В 2012-м вышла первая книга стихов, на подходе вторая. Вот мы там с тобой вдвоем, вместе ночью, вместе днем, даже на коне верхом, лучше бы вдвоем верхом. На стихи Раисы Криницкой музыканты создают песни. Слог у поэтессы легкий и лиричный. Раиса Криницкая – член Союза писателей-переводчиков, Союза творческих сил. За творчество награждена многочисленными грамотами и наградами. Еще горят на солнце листья, но холода уже в пути. И скоро желтые манисты березки смогут обрести. Печально смотрит с неба просит через просветы в облаках, как ивантеевская осень гуляет в парках и садах. Мои